Верни котлету. Ага. О-хо, какие вещи, какие люди, какие игры. Всем привет, ребята, с вами Виктор, и это бесконечное лето. Но нет, я не буду там какие-то гигантские моды читать, я не хочу перепроходить ее. Просто тут выдалось 5 минут свободного времени, решили занять его интересным адовым модом. Давайте. Где тут моды? Как-то раз в одной столовой. Вы посмотрите, как написано, а? Гон, призывающий пионеров на обед, разбудил меня от приятного сна. Вот черт. Проспал. Хотел же прилечь на 5 минут. Что там, вожатая говорила... Это обходной лист? Тут 4 позиции, чтобы до обеда везде отметился. Ладно. Схожу поем, а потом сразу по маршруту. Семен, а ты что здесь делаешь? Но обед пришел. Обходной ты заполнил? Пока нет. Пока заполненный обходной лист мне не отдашь, никакого обеда. Давай вперед, а я тебе потом бутербродов принесу. Ходить по лагерю у меня не было никакого желания, поэтому я решил отсидеться в кустах, а как Ольга Дмитриевна уйдет, пойти наконец покушать. Ой, сейчас что-то будет. Вроде ушла. Ну ладно, теперь в столовую. В столовой почти никого не было. Видимо, большинство пионеров уже пообедало. Я взял свою порцию и сел за пустой стол. Но вдруг... Откуда ни возьмись, появилась Ульяна и села рядом со мной. Что так поздно пришел? Обходной заполнял, соврал я. А сама чего? А я в футбол играла. Ясно. Разговаривать с Ульянкой мне не хотелось, поэтому я поспешил приступить к еде. Но взглянув на тарелку, я обнаружил, что котлета пропала. Ульяна, привет. Ульяна! Что? У меня не было никакого настроения для ее шуточек. Кроме того, сильно хотелось есть. Я представил себе пропавшую котлету. Верни котлету! Какую котлету? Нет, у меня никакой котлеты. А что, у тебя пропало? Не боись. Чуть-чуть что-нибудь придумаем. С этими словами она убежала. Видимо, пошла жрать мою котлету. Паразитка. Примерно через минуту она вернулась и протянула мне тарелку с котлетой. Спасибо. Украла котлету, чтобы вернуть? В чем смысл? Может, стыдно стало? Ой, ты прикинь, какой хавчик, а? Котлетка с пюрешкой. В любом случае, я был слишком голоден, чтобы рассуждать об этом. Поэтому приступил к еде. Я подцепил вилкой котлету и... Готовь проход. Хорош, блин. Это что это за котлета такая? Ульяна, что происходит? Как что, Семен? Дискотека? Давай, танцуй с нами. Я не люблю танцевать. Да ладно тебе, не заставляй всех ждать. Кого всех? У вас всего 5 человек. И то верно. Все сюда. Какая дичь, а? Ой, это что за белочка? Прибежала зеленоволосая. Смотри, что справа сверху. Ой, блин, жесть вообще. Я потом YouTube страйки накидает за музыку. 100%. Хорош. А вот Ирена пришла. Что? Ты хотел сказать Лена? Так она уже здесь.
Нет, я про Рену. Ха-ха, танцуем! Хорош танцевать уже, ребята. Хватит, мы поржали. Дискач вообще крутой. Да, что за упоротость? Ну вот, это ребята от создателей мода про Джона Сину. Между прочим, я вам сразу говорю, так что, поэтому, надо было, наверное, предупредить вас заранее, чтобы вы поняли, чем это все может закончиться. Все, видимо, да, как? Я не знаю, я жму кнопочку, ничего не происходит. Что надо нажать, чтобы кончилось это? Нет? А, и, наверное, до конца музыки надо слушать, что-то в этом роде. Это все, говорит, дальше бесконечно будет продолжаться, понятно. Ну, что тут скажешь? Жесть. Да, хорош, хватит. Я думал, там что-нибудь будет про пюрешку с котлеткой от Энджойкина. Ну, вот оказалось что-то еще более жестокое. Полная дичь, ребят. Я даже не знаю, я не осмелюсь это залить на канал. Это эксклюзив. А может быть, я осмелюсь. Жесть вообще. Такой ад полный. Все. Это... было неожиданный врыв бесконечного лета. Вы просили, я сделал. До встречи в новом учебном году. Шутка. Никогда. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, не забывайте делиться с друзьями. И до встречи. Всем пока.